Знакомая с детства история. Главная героиня, обласканная с детства Катерина, после свадьбы с Тихоном стала заложницей авторитарной свекрови Кабанихи. А дальше в жизни Катерины случилась новая любовь. Перипетии привели к печальному событию. Будучи Катериной в современном мире, трудно не уйти из семьи. Это уже можно совершенно спокойно сделать. А в этой пьесе вот Катерина в тех условиях, когда она не может уйти, и она не любит мужа, и вынуждена жить в этом обмане, лжи самой себе, лжи окружающим людям. И вот эти негативные какие-то качества и являются вот этой... темной такой стороны, что ли. Эту историю в театре пилигримов поставят в жанре саунд-драмы. Никаких отсылок к классической трактовке, по словам авторов, спектакля зрители не увидят. Кроме того, здесь соединили современную хореографию и народный танец. Режиссер спектакля Алиса Иванова, доцент Института сценических искусств. Она работает с артистами театра по системе Станиславского и методу Демидова, который давно преподает своим ученикам. Акцент постановщица делает на предельную искренность. Мне кажется, очень современная пьеса. Потому что так много предрассудков, так много каких-то помутненных сознаний, не понимающих, ориентирующихся только на внешние какие-то правильные или неправильные устои, а услышать себя человек не может, потерялся. Премьера спектакля состоится 27 марта в Международный день театра. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.